Доброе утро, с вами Белякова Алла. Сейчас 6 часов 10 минут утра. Решила вам показать свою утреннюю пробежку. Я живу за городом, это поселок Ильино. Вот такая вышка у нас есть. Встала сегодня в 4 утра, в 4:30 утра. И нашла новое местечко, вон там, в лесу. Место силы. Немножко засняла, в пост его поставила. И решила вам тоже показать. Какая красота с самого утра. Солнышко светит. Невообразимо. Сегодня 15 июня. Сегодня второй день чемпионата мира по футболу. Кругом футбол у нас. Сейчас еще будет контрастный душ. И сегодня второй день нашего проекта «Худеем и хорошеем вместе». У нас уже 5 человек. Вот. И хотите, пожалуйста, присоединяйтесь. Каждый день мы выкладываем, что и как мы движемся к цели. Цель – похудеть за 2 месяца. Ну, у каждого цель своя. У кого-то на 5 килограмм, у кого-то на 10 килограмм. Но в любом случае мы будем здоровее, у нас будет много энергии. И мы будем хорошеть на глазах. Присоединяйтесь, пожалуйста, к моему проекту ВКонтакте. Он идет. Группа открытая. Это, естественно, бесплатно. Все, всем удачного дня. Пока.